Да, друзья, все, что я могу сказать, это то, что моя доброта не всегда отзывается мне тем же, потому что я, как человек, который рассчитывал на какое-то чудо, я хотел спасти нашу Танюху, которую, правда, зовут не Танюха в этой игре, но она для нас Танюха, верил в лучшее, а оказалось-то оно вот как. Ну, не спойлерю, мало ли, вы еще не посмотрели предыдущую серию, очень советую глянуть, потому что как раз-таки то самое мясо началось. А сегодня, я не знаю, я не буду делать никаких прогнозов, я просто вот, я просто хочу дальше проходить и узнавать вместе с вами, что же будет происходить дальше и чем все это закончится. Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и мы продолжаем проходить игрушку под названием House of Ashes. Ничего не комментирую, потому что очень много чего произошло, просто хочу наблюдать за тем, что будет происходить дальше. Всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра. Я не знаю, сколько до конца, то есть я каждый раз уже жду финал, потому что, как правило, The Dark Pictures антологии, они как бы, ну, короткие, но это реально подлиннее, и как бы, может быть, сегодня, как бы, я не знаю, вполне возможно, потому что все уже развивается, весь сюжетик уже, и герои наши погибают. Звук забыл прибавить. Мне интересно, а была хоть одна серия по House of Ashes, где я сразу прибавил звук? По-моему, я всегда его забыл прибавить, я вспоминал перед тем, как нажимал кнопочку «Продолжить». Так, значит, мы остановились условно на моменте, когда кое-кто там откинулся, значит, вот тут вот встретился у нас Салим вместе с Джейсоном, и они почему-то, как бы, вроде я так мягко ответил, но все равно там, видимо, вот, ну, мы сейчас посмотрим, я сейчас открою, там было написано, что они, типа, все равно враги, но решили пока действовать вместе, хотя надо было, видимо, отвечать неаккуратно ему. Надо было сразу сказать, что, типа, братан, давай как бы уже это. Так, отыщите союзников, сохраняйте бдительность, обыщите руины. Значит, давайте откроем на всякий случай коллекции персонажей. Значит, секреты. Подожди, нет, моральные принципы. Так, это где было? Тут вот эти вороны, блядь. Так, Ник был ранен. Я даже, если честно, там все так произошло быстро, что вот, например, по поводу Рэйчел, я так и не понял. Ее заразили, но она выжила. В отличие от... Ну ладно, придется уже как бы говорить, потому что я надеюсь, что все, кто сейчас смотрит эту серию, посмотрели предыдущую. Эрик-то погиб, а вот... Рэйчел, походу, нет, блядь. Ну, значит, ее тоже надо будет убивать, потому что... Хотя с другой стороны, да? Ну ладно, не буду делать никаких выводов заранее. Просто как бы тут понятно было... Если ты в мою сторону хотя бы глянешь косо, можешь не сомневаться. Я тебя прикончу. Так, давайте немножечко вот, давайте вот сейчас... Какой-то болван не испугает убийцу вампиров. Тихо, пацаны, давайте вот сейчас без напряженной ситуации, не надо тут сраться. Я знаете, что сейчас подумал? Сейчас просто мысли вслух, чтобы не перебивать героев. Танюху было как бы не спасти, но это было как бы понятно, но я все равно надеялся на чудо, окей. Сейчас, если Рэйчел жива, но заражена... Мы же не знаем, а вдруг герои выберутся в скором времени. И на самом деле, если она заражена, ее можно будет спасти. А я подумаю, что ее точно нельзя будет спасти, потому что есть живой пример в виде... Ну, уже не живой, конечно, в виде Танюхи. Вроде иначе не пробраться. Там вроде ничего не лежало. Один держит ворота, чтобы другой смог пролезть. Бля, как пересмотрел моменты, как я Ника засейвил в прошлой серии, это просто пиздец, блядь. Я до сих пор не понимаю, как мне это удалось. Просто последний момент два раза нажал кнопки по... Тихо. Нормально, все хорошо. Реакция хорошая. Пошел! Блядь, там завалило все, да? Ты в порядке? Охуеть. Ну, вот они и разделились. Серьезно? Тупик. Я найду другой путь. Ой, блядь, сука, я сейчас дополнительно уже пере... Вот, я не знаю, я где-то в начале игры, помните, спизданул, что мне кажется, что у меня все погибнут. Я не хочу этого допускать. Я реально не хочу этого допускать. Так, и чё? Думаю, тут пройдем. Мне надо расчистить отсюда. Побыстрей. Твари могут быть повсюду. Есть идея, с чем мы имеем дело? Сменим тему, это вампиры. Ну, типа, про вампиров же. Это вампиры. Не может быть. Мой отец говорил, если что-то выглядит и пахнет как говно, то это оно. Можешь даже не пробовать. Понял. Нормальный совет по жизни. Мне, это вампиры. Надо объединиться, чтобы выжить. Ну, это мы уже поняли. Да, очень похоже на то. Сейчас, блядь, этот Скалопендра, блядь, этот Вендиго. Иди! Я просто представляю, какой сейчас должен быть у меня уровень аккуратности. Просто пиздец, наверное. Сейчас его как...
Ебать, блядь! Сука! Сейчас просто прикиньте Джейсона. Вот. Мне интересно, его могло раздавить? Наверное, могло, блядь. Потому что в этой игре может быть все. Просто вовремя что-то не сделаешь и пизда. Осведомленность повысилась. Охуенно, чё? Так, подожди, вот тут что такое? Опа, видение. Это хорошее, да? Соратники. Так, он спасает Джейсона от какого-то главного, блядь, вампира, судя по всему, или что-то такое. Но опять же, нам... На самом деле, видение довольно однообразное. Они все показывают, что как бы... По 100 раз делают намеки, что нужно помогать, типа, друг другу, там, объединиться и так далее. Это, в принципе, и так бы я уже и поступал так. Нет, блядь, мы сейчас вместе ходим, а потом под конец такой, бля, в пизду! Поссорю-ка я их, блядь! Что каждый сам за себя. Что ты сделаешь первым делом, когда мы выберемся? Приду к сыну. Помещенец такой большой, ну, блядь. Ты... А он не скажет, блядь, тебе ничего. Так, R32, Skyline. Ничего не написано, ритуальная табличка. На этой глиняной табличке изображен священник, взмахивающий ножом во время проведения ритуала. На нее наклеен регистрационный номер. Там все под номерами, блин. А кто это все расклеивал? То есть это все археологи из 45-го? Ну они же не просто так все равно в этой игре. Мне вот интересно, как это может все развернуться, обернуться. Опа! Моя любимая, флешбэчная подъехала, ну-ка. Так, неразборчиво, мертва. Так, я был рядом в ее последние минуты, молил ее о прощении. Богом забытое место, за то, что поставил свое тщеславие выше нашей любви. Когда конец всему, я понял, что она она заставила меня поклясться похоронить это место. 9 вечера. Пятую я так и проебал. Произошло нечто ужасное. Будучи возле жены, я заметил кое-что у нее в руке. Брошь леди Брэдшоу. Должно быть, она сорвала ее с блузки Брэдшоу во время припадка. Перевернув брошь, я увидел, что она похожа на одно из существ, которых мы извлекли из коконов. Не те ли это демоны, о которых говорила Мэри? Неужто Брэдшоу знала, что мы здесь найдем? Затем труп Мэри зашевелился. Ты ж у нее была такая Но же... Но это была уже не моя жена. Нечто завладело ее телом. Оно прыгнуло на меня. И только прутья клетки спасли меня от его ярости. Ну заебись, блядь, история. То есть вот эта Брэдшоу, которая там была, она типа заранее знала вообще, что там происходит. Но это-то ладно. И все-таки у меня вроде есть голова на плечах. Объясни тогда. Какого хрена ты воюешь за Саддам? У нас не было выбора. Так, здесь больше вроде ничего нет. У меня только один вопрос. Вот этот вот... Ну, эти вампиры... Мой друг Ник. Добрый. Он помог. Тут ничего нету, да, точно? Так сложилось. В любой другой день он бы пулю в тебя всадил. Вот этот вот, блядь, который вот эти вот, блядь, Виндиго, да, вот эти монстры. И вампиры по типу, как вот... Блять, ну это же одно и то же получается, просто стадия, типа совсем пиздец вампир, да, огромный, как Виндиго, и типа такой начинающий вампиренок. Но с другой стороны, почему Булат, который появился в прошлой серии, он как бы остался этим самым человекообразным, скажем так, а не превратился в этих монстров огромных? Вот это я пока не понимаю, то есть это все-таки разная херня? Или все-таки как это? Как оно происходит, блять? Что означают знаки на твоей шляпе? Память о павших. Причина сражаться. Причина не хуже других. А, там Remember 9.11 у него, да, типа? Единственная. Так, принуждение, верю, что хочешь, я не испытываю к тебе вражды. Уважение. Я не настроен к вражде. Значит, ты новости не смотришь. Бля, ну они могут долго мусолить, на самом деле, эту тему. Однажды человек построил свой дом на берегу реки. Пришел паводок, и стены смыло. Пришла засуха. Вода высохла, и он захотел пить. Весь день насекомые жрали его плоть. Но по ночам он говорил жене: «У нас всегда достаточно рыбы». Твои люди решили воевать, Джейсон. Мне еще, кстати, очень нравится, как хранитель хуй забил на меня вообще в целом. Ну, то есть он вообще не появлялся уже хер пойми сколько, ничего не комментировал. То есть вот я думаю, после того, как...
То есть после того, как у меня тут погибли некоторые персонажи, я думал... Опа... Веселье начинается, блять. Я понял. Вот это и есть вампир тоже или нет, блять? Хранитель вообще ничего не комментирует. Ему нахуй ничего не сдалось, блять. Подсказки не дает свои охуенные. По нас стреляет! А, он сам, я думал. Нажимать на кнопку, дело такое, на самом деле. Короче, один из этих монстров потом окажется этот... Блять, чтобы не расслабляться. Мне кажется, окажется этот, Рэндальф. Мне кажется, такая хуйня будет. Да? Он же тоже тут остался? Или его жена, типа? Так, этого проткнули. Солнечного света не наблюдается. Ой-о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 й, близко, блядь. Близко было сейчас. Я думаю, что такая херня будет, что один из монстров потом окажется... Это как типа Виндиго была вот эта, одна из сестер, в конце мы ее встретили. Здесь тоже, либо вот это, и кто-то из археологов, либо... Ну, Булата мы и так встретили. Думаю, пора валить отсюда. Думаю, надо бы уже это сделать давным-давно было вообще как бы. Так, подожди, подожди, сзади нас там ничего не осталось? Нет, ничего не осталось. Давай зажигалочку достаем. И аккуратненько изучаем, изучаем. Смотрим внимательно. Тут вроде ничего. Тут вроде ничего, блядь. Ой, блядь. Так, здесь... Что-то мне не нравится, блядь. Блядь, ну Эрика, конечно, жалко, если честно. Ну, хотя, учитывая, что он у меня мог погибнуть еще там, в начале. С веревкой, если бы Мёрвин был жив... Или как его там зовут? Был жив. Так, подожди, здесь ничего. Ну, то, что проход я вижу. Подожди, это что, больше ничего нет? Ничего не лежит даже? Вообще? Блять, странно. Большое помещение без нихуя. Ладненько. Так, подожди. Осмотреть, что ты там видишь. Опа. Че там? Да, самое главное не проваливаться вниз, потому что внизу кровище, блять, эти демоны. Нахуй оно надо? Повыше, повыше надо подниматься и все, блять. Логично, логично, все. Вот я думаю, свечечко. Это лазарет. Нихуя тут вещей. Может пригодиться. Там что-то много всего, кстати. Если хочешь засунуть в сумку древнюю взрывчатку, пожалуйста. Ага. Разрешение типа дал, да, такой? Так, подожди, внимательно, внимательно. Что на столе лежит? Что ты не ходишь? Чё-то... Химическое оружие уже близко? Да нет тут ничего, блядь. Так, подожди, что это? А кто фотографию эту сделал, мне интересно? На один секрет. Заметки о вскрытии. Так, подожди. Заметки о вскрытии и фотография со сделанными... наспех заметками о вскрытии нечеловеческого организма. Из заметок становится ясно, что существа питаются адреналином, который поступает в кровоток перепуганных жертв. Так, подожди, подожди, ты куда ты положил-то? Я еще не прочитал, что-то написано. Что ты так торопишься-то, блядь? Тебе ни самому не интересно, что ли? Ну-ка, давай-ка прочитаем, что там. Ну, заметки о вскрытии. В желудке образца обнаружено значительное количество крови. Анализ крови показывает высокое содержание адреналина. Организм питается страхом, вселяет ужас в свою жертву, чувствует дозу адреналина, нападает. Ну, кстати, да. Там же тоже на страх что-то был акцент уже, что типа в страхе все это происходит. Так, ну а как их не бояться-то? Подожди, так это что-то... Не-не-не-не-не-не, еще рано, блядь, это сейчас бы щелкнул нахуй. Сказать? Блядь, он что-то хотел сказать. Как обычно, вот почему у меня такие тайминги ебучие? Пульс какой-то, блядь. Что это? Один секрет. Записки о паразите. А, Мэри. История так, температура и пульс опасно высокий. Пациент в основном без сознания, иногда просыпается и кричит. Подотделение продолжается. Запасы физраствора на исходе. Замечено движение под кожей живота в районе надпочечников. Р рекомендует диагностическую операцию, но я боюсь, что М может ее не пережить. Так, пациент теряет силы, движение под кожей усиливается. Время смерти 20:13. Умерла. Так, интересно, а он-то заразился или он тут остался? Бля, самый пиздец будет, если он тут каким-то образом до сих пор существует. Мне кажется, что мы... Опа. Опа, блядь, нихуя себе, опять что ли? Это самое? Лагерь охвачен волнением, рабочие пропали, а леди Брэдшоу... Ну я догадываюсь. Она жаждет той же судьбы, что... Она хочет стать... Частенько что-то мы стали встречать. 1 января 1947 года. Час дня. Диверсант нанес очередной удар, лишив нас пути к отступлению. Мы застряли здесь, с этими тварями. Со всех сторон из тьмы доносится их визг.
Кроу направил свой пулемет в сторону катакомб. Мэри была права. Мы не можем убить то, что уже мертво. Нам остается только одно. Обрушить этот храм на чудовищ. Даже если мы сами окажемся погребены вместе с ними. Они не должны покинуть это место. Так, ну, понятно. План понятен. План понятен, а вот как бы чем у них там вся эта история закончилась, нам еще предстоит узнать. Потому что я говорю, вот... То есть Мэри, хорошо, она умерла, превратилась в этот. Но по-любому мы ее встретим. Но прикольно было в этом... О, что это такое? А, это она, что ли? Подожди. Я даже не увидел сначала. А что, они никак не прокомментируют? Это она, что ли? Блять, то точно нельзя на что-то акцент сделать? Нет, нельзя. Я даже не увидел, блин. Ну, походу, либо это она. Я думаю, она в этого превратилась, блять, и тут живет. Ну ладно, хорошо, тогда интересно. А, еще тут можно не кидать, подожди. Тут пусто, да? Внимательно, внимательно. Тут может быть что-нибудь в уголке где-то что-то как-то. Так, подожди, а там больше остальные все закрыты же, да? Остальные закрыты. Ну да, скорее всего, блядь, это она. Наверное. Или нет. Непонятно. Так, больше ничего нет. Все, ладно, можно двигаться дальше, да? Здесь тоже ничего нет. Опа, блядь. А вот это вот сейчас я мог проебать. Что это? Че это за хуйня? Черный оникс. Черный оникс с регистрационным номером для каталога. Древние цивилизации верили, что черный оникс символизирует затмение. Кстати, почти все секреты уже найдены. Я говорю, может быть, даже сегодня финал будет. Я хрен знает. Так, ладно. Пойдем дальше. Ну все, вроде, да, посмотрели? Вроде, блядь, все. Я надеюсь. Пещеры. Что бы там ни было, археологи добрались туда первыми. А ну, погоди. Ты что? Что он делает? Думаешь, они живы? А. Да ты оптимист. Что еще остается? Хм. Оставил, типа, куда они пошли. Бля, ну я не верю, что они вдвоем у меня остались живы. Нет, подожди, ну там как бы еще все хорошо должно быть с Ником. Я надеюсь, Рэйчел еще там как бы только заражена. Как бы Эрик, да? Бля, Танюха-то, по сути, была реально второстепенным героем. Ну, типа, мы за нее даже не играли. Пиздец, конечно, я там берег, блядь. На Мервина, на Джоуи забил хуй, а Танюху надо спасать. Ну, блядь, сам виноват. Доброта, блядь. Вот тебе и доброта, блядь. Водиться нормально течет. Бля, ну главное не вниз. Остальное без разницы. Твоя жена? Я не знал, что удар женат. А, ну да, это шелок шлёп. Можно знать кого-то много лет, но мало знать о нем. Я не знал, что капитан был женат. Тот ублюдок, который был с тобой? Он не выжил. Тем лучше. Одним врагом меньше. Не, ну он, бля, реально много говнился, пиздец. Ты пожалеешь о таких словах. Жалеть не про меня. Сколько мы пытались с ним там договориться, а чтобы как-то более он стрелял, бегал, блядь. Пиздец. Ну как бы реально такое. Салим там как-то еще. Ну хотя мы, правда, им управляли, чтобы они хоть немножко помирились. Так. Что там так много зеленого света какого-то, что это такое? Что это за хуйня? Опять какая-то... Пиздец! Все это в подземном мире! Охуеть можно! Просто пиздец. А-а-а. Они сейчас еще туда, да, захотят спуститься, блядь? Сейчас по приколу изучить. Здесь на каждом шагу сюрприз. Угу. Пизда. А почему такой свет-то зеленый? А что это такое? Что ты думаешь? Никогда такого не видел. Видишь подъемный трос? Археологи туда спустились. Так они там же, прикиньте, они еще и живы, блядь. Выбрались назад. Как Булат. Чисто выглядит только как зомби. Лебедка работает.
Так а нахуя им туда нет. Нет? Мы туда не пойдем. Археологи не выбрались, ты это понимаешь? Мы не археологи. А зачем туда лезть? Мир наверху, а не там внизу. Между нами и нашим миром армия монстров. Бля, нахуя? Близко. Запускай. Безумец. Если у вампиров есть логово, оно внизу. Блядь. Ты хочешь сражаться у них дома? В этой стране я только этим и занимаюсь. Запускай подъемник. Ну тут, я думаю, выбора нам не дадут. Они в итоге решили, это не очень, конечно, понятно. Хотя, с другой стороны, если тут тупик, вариантов-то нету больше. Пиздец. Сейчас, пока эта хуйня поднимается, надо будет отбиваться, походу, от этих, да? Не, она быстро поднимается. А. Ну, застряла. Бля, ну хуй знает. Сомнительная, конечно, затея. Очень сомнительная, блядь. Очень сомнительная затея. Ой, блядь! Сейчас я чувствую кнопочки, я понажимаю, блядь. Типа успе... Они сейчас сверху напрыгнут, да? Сейчас сверху напрыгнут, начнут расшатывать. Или какая-то такая хуйня, не? Нет, смотри-ка. Повезло! Просто уехали, блядь, куда-то в подземелье вообще. Хер пойми. И так глубоко, блядь, они нет? Третий о! Ужас пробудился ото сна. Здрасте! И жаждет крови. Чё расскажешь? Посмотрим, скольких поглотили тени. Ну давай, расшифруй мне хоть там, чё с Рэйчел-то? Одна возвращается к свету, а другой остался во тьме. Эрик. Бедный Эрик. Ну, блядь, хули, моя доброта, я говорю, блядь, и тупизм. Впрочем, Эрик однажды обманул смерть на том шоссе, и, возможно... А еще... Смерть, наконец, настигла его. Еще обманул смерть этот, когда это, на трассу тоже, получается. Будем надеяться, с сержантом Кейм не случилось никакого несчастья. Поглощенные бездны редко могут рассказать... Что до Джейсона и Салима, заклятые враги никак не могут зарыть топор войны. Это он так говорит, потому что... Скорее предпочтут нанести удар. Потому что я, блядь, там не подружил их окончательно. Не хочу прослыть негостеприимным, но время не на нашей стороне. Я встречу ваших подопечных за финишной чертой. Или похороню возле нее их останки. Так что, типа, финал уже близок? Никакой подсказки нихуя не дал, прокомментировал, бля, постебал меня, что я Эрика потерял, и все. Охуенно. Так. Кэмп Слеер 3 недели ранее. Опять? Боже, Эрик, сколько можно? 3 недели... Дело во мне. Я так решаю проблему, и мне надоело это тебе интересно. Это объяснять. Да, да, это моя жизнь, и я здесь ставлю условия. Чего? Что ты сказал? Я себе. Не вовремя. А к чему? Охренеть, это же не просто так нам сейчас это показывают. Ты просила файлы, я принес. Потом. Сказала, потом! Я не хотел тебя расстроить. Хуя она, блядь, такая, да? Это не ты. Это Эрик. Которому разбила она сердечко, блядь. Такое чувство, что все мы здесь от чего-то бежим. Я вот точно. Да, тот несчастный случай на КП. Ты убил женщину. Пойми, ты не виноват. Да, может, такой акцент сделан еще на просто этом? У всех есть мнение по и этому. И сейчас, факту. Может быть, это какая-нибудь... Ну, я справляюсь. Как-то по-своему. Точно. Какая-то женщина, не знаю, там, вампир была. Не знаю, что там, которая вылезла из этой пещеры. А тот, с кем ты сейчас говорила, похоже, мудила высшего класса. Через 3 недели он... Все. Вот они... Что бы то ни было... Замутили. Ты справишься. Или скажи мне, и я приду на помощь. Вот к чему это интересно сейчас, а? Показывают. А.
Я уж думал, что-то какая-то мистика там была уже. Так, блять, его. Ты здесь? Я уж думал, все пиздец. Так. Джейсона нет, блядь, Ник. Ты в одиночке остался. Благодаря мне, конечно, но там еще Рэйчел зараженную, которая... А, они же... Ебать! Только сейчас дошло-то. Они же, типа, мутят. Но ее укусили. Блядь, и че, ее тоже мочить? Вот, сука, сейчас специально это сделано! Да все, ей пизда. И ведь хочется спасти. А вдруг они скоро выход найдут какой-нибудь? Или там кто-нибудь за ними, блядь, придет? Ну, по-любому нам, даже если я начну сейчас спасать, потом дадут шанс. Может быть, еще. Я думала, ты мертв. Я думал, ты мертва. Ну все, Эрик-то нет теперь. Бля, бедный Эрик, пиздец его жалко, если честно. Ну да, правильно, самое время. Булат пришел сам в гости, так, и чё? Он прям жестко, беги, да? Беги! Жестко на негативе, да, Булат-то? А чё он, блядь, это? Вот он вампир, блядь! А Эвендика-то на... Пиздец. Ебать, он смотри, что творит, блядь, Булатик, блядь! За 4000 лет, блядь, нюху... На днюху тортик не принесли, блядь, на 4000-летие, блядь, ему! Охуеть! И чё сейчас? Ещё так не надо вот выбирать там налево, направо побежать. Хуйня будет полная. Туда! Точно? Погнали, блядь. Только... Бежать, закрыть, конечно, блядь. Держим дверь! Бать, он бегает, блядь, я маху. Ой-ой-ой. Чёрт, да! Ой-о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 й-
Ой-ой-ой, а Булат ты силен, набрался за эти года-то, а? Вот значит повзрослел, не то что там бабуля приехала в гости, ох, как внучок подрос. Вот это для Булат-то вырос, бля, за 4000 лет, вот это я понимаю. Нихуя себе. Чему надо, ты че доебался? Сейчас дышать надо будет, кстати, давненько не дышали. Ну-ка давай, гимнастика дыхательная. Будет? Ну давай, 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 давай. О, а то я что-то уже расстроился, давно-то. Так. Только никак, блядь, в этом самом. В Little Hope, когда я нажал все правильно, а игра сказала, что я долбоеб. Я, блядь, в таких местах... Это мне напоминает этот, лоурайдерскую хуйню из Сан-Андреаса. Там я тоже всегда попадал вовремя. Все, тут изи, блядь. Че ему надо, блядь, заебал реально. Откуда он тут вообще? Че? Как вот так получилось-то, блядь, что он живой? А, то есть он как бы сейчас не слышал нихуя. Блядь, вот что это сейчас начинается вот это вот? Я что-то засаковал малёха почему-то, что не нажму. Да, как в Until Dawn, блядь. Когда я потом на... Он не слышит, что ли? Я не понимаю, блядь. Пиздец. По-моему... А, да? То есть то, что они сейчас ходят, типа, в тишине глубокой в пещере, это не слышно, да? То, что они как бы шоркают. Чисто. Да. Фантастика попахивает. Ой, блядь. У одних вампиры, у других, блядь, Булаты, у третьих, блядь, этих Виндиго, блядь. Пиздец вообще. Неспокойно вообще в этой пещере. Я уж побыстрее, блядь, как это самое. Так, ну они вот сейчас этот увидят след, да, вот этот, что надпись написана будет на... На пол... Заставил поволноваться. На полу-то написано, блядь, куда они пошли. Мы пока живы. Не всем так повезло. Главное, что ты цела. Она в курсе, что она укусанная? Походу, нет. И он тоже нет. Да? Может, поговорим? О чем? Само время, да. Булатик сзади. Я хочу понять, что между нами, если я умру. Я хотя бы буду знать, кто я для тебя. Ну, поживем, увидим. Самое время как раз-таки пообсуждать сейчас. Вот постоять, блядь. Но он мертв. Ага. Рэйчел. Не, ну подожди, давай беспокоиться. Не надо вот это вот. Я тебя не отпущу. Не сейчас. Никогда. Не надо вот это вот там сейчас это. А если она скажет, нет, все, настрой, блядь, потерян сразу. Бля, он тоже красавчик, только, тогда блядь... Тогда держись рядом, солдат.
Не сомневайся. О, ей понравился. Ну, бля, его, конечно, расстроил этот вопрос. Только мужа потеряла, ладно, там она там я шлялась. Я тебя не отпущу. Не сейчас. Ты уже говорил это. Никогда. Ты же сказал это уже. Нахуй ты повторяешь-то? Что, заело, что ли, пластинку, блядь? Романтик хуев, блядь, может выбраться сначала? Вот он, блядь, ЖК. Это Джейсон. Угу. Он жив. Ну так, блядь. Знак оставлен, все. Догоняйте. Так идем. Короче, они в итоге все давай там... Давай найдем Джейсона. О, смотри, и с Ником подросли отношения. Они тоже, что ли, в это подземелье, блядь, спустятся? Пиздец какой-то, просто пиздец. Страсти кипят только так. Страсти кипят только так. Я вообще в шоке. Неизвестное сооружение. 2.21. О, высота, глубина, блядь, растет. Так, стык я бы сделал, потому что это самое, да. Ну что ж, я что-то как-то не верю в позитивный-то исход, на самом деле, в таком местечке. Как бы, а как они собираются? 3000 с чем-то там это... Глубина. Ох ты, фига там записи, кстати. Я немало херни повидал в жизни. Но с этим ничто не сравнится. Вроде нас не преследуют. Ты что, хочешь их подождать или... Захлопни варежку. Идем. Исследуйте неизведанное. Так, Ваша, а что тут можно смотреть? Мы тут сможем вернуться? Да, кстати, вот этот что вопрос, это как было? Бы, почему Джейсон об этом не подумал? Рванул, блядь, ну я понимаю, что там эти атаковали, но все равно это как бы такой шаг-то был. Так, это что такое? Книженция какая-то. Журнал находок 3, Ван Хейден. Так, ну давай, открывай нужную страничку, что там нашел? Так, 29 ноября. Многие находки подтверждают нашу гипотезу о том, что в храме проводились жертвоприношения. Нам известно, что столетняя засуха поразила Аккадскую империю одновременно с древним царством Египта. Из-за нее многие города Месопотамии были заброшены, а с гор на равнины спустились варварские племена гутиев, что привело их к войне с аккадцами. В этом храме мы видим свидетельство отчаянной попытки исправить ситуацию, милость богов. Сопутствующие находки. R6, черный оникс, Месопотамия, период 3-й династии Ура. Ониксы символизировали отрицательную энергию и бедствие. Возможно, это связано с убеждением, что землю населяют злые демоны Утуку. R19. Камень с отверстием, Месопотамия, период 3-й династии Ура. На камне изображена фигуры, молящиеся... Во время затмения. В совокупности с R6 находка изображает затмение, предрекающее катастрофу. Ладненько. Так, мне интересно, сколько я там, по-моему, почти все секреты уже нашел, если секреты открыть. Еще остается не так уж и много. А пока что, как бы, какого-то вот точного ответа и не было. Что там такое? Это, блядь, опять слизень, блядь. То в резике какая-то слизень, то здесь какая-то слизень. Что это такое? Что это? Кокон? Органическая конструкция, наполненная неизвестными жидкостями, напоминающая грубый силуэт жуткого существа. Похоже, они отсюда вылезают. Похоже на то, блядь. Поэтому мы здесь и оказались, правильно? Формальдегида. Пахнет пиздецом. Порты у нас ученые. В школах США не обучают химии. Блядь, что тут очень много этой плесени. Близко. Подходи близко. Ничего ж там еще и нюхать как бы противно, там нельзя, может быть, ее. В смысле, может быть, а там что-то было про этот, про запах-то. Что он так, опа, что это такое? Еще одна книжечка, блядь. Принадлежит Рэндольфу Ходжсону. Так, может, ну-ка. Может, узнаем что-то полезное. Так, давай открывай, он сразу. Он не знал. Что это? А, черт. В смысле, блядь, это нахуя? Кто отстриг страницы, блядь? Че, блядь, зачем? Что за бред? Подожди, ладно, хорошо. Бля, он по-любому тут тусит, мне кажется, этот рендер, блядь. Опа, это не он? Отхуй поймешь так по скелету-то. Нет там никакой бирки у него, нет? Блядь, ну там их, конечно, не только Рэндольф был и этот самый. Так, опа. Хуя тут вещей, блядь. Нормально вообще? Откроешь, может? Мэри Ходжсон. Корпус с портретом женщины на другой стороне. Так, Мэри. Наверное, блядь, да. Печальный конец. Бумажки-то все остались, ты прикинь? Так, подожди, а тут бумажки не изучить? Нет, тут бумажки не изучить. Так, еще, смотри, это как будто, блядь, специально, а? Опа! Очередной, блядь, флешбэк. Когда храм будет разрушен, мы с женой...
Это все, что я могу для нее сделать. Я запомню ту Мэри, что улыбается мне с портрета в моих часах. А не это... Во всем повинна леди Брэдшоу. А Брэдшоу-то это вообще нам ее не показывали. Она с самого начала знала, что нас здесь ждет. Она привела нас. Ну это за счет этого амулета, он понял. Я нашел ее внизу, над растерзанным телом Ван Хейдена. Она обернулась. И я увидел, что облик ее изменился. Рука моя непроизвольно потянулась к ближайшему оружию, железному колышку для палатки. Я воткнул его ей в грудь, пронзив сердце. В этот миг из глубин раздались леденящие душу крики, словно в ответ на нежданное кровавое подношение. Так, подожди, а Брэдшоу типа была вампиром, с ними поехала, а потом свою сущность показала? Или, в смысле, она просто знала и там заразилась и стала этим вампиренком? Но это еще ладно. С Булатом-то какого хуя это тоже происходило 4000 лет назад тогда? И вообще, он как бы, это, мне кажется, это разная херня, блядь. Вроде все. Вроде я ничего не пропустил. По той стороне там, подожди, ну я на всякий случай, конечно, проверю, блядь. Но вроде там ничего не мелькало. Это вот по этой стороне, нет, там прохода даже нет. Все, это вот единственное, эту книжку подобрал, разорвано. Все, здесь больше ничего нет. Так, двигаемся дальше. Хорошо. Где-то истина близко. Может быть, даже финал, хер знает. Хотя, наверное, еще нет. Они даже еще не встретились все. Так. Да, интересно, а если бы Салим с ним не подружился, как бы это было? Кто-то из них бы погиб, и один сейчас кто-то шел, да? Ебануться тут локации, конечно. Пиздец. Что могу сказать? Выглядит пиздецово. Ебать. Хуя себе, блядь. Это что за StarCraft, блядь, или что там, как эти игры называются? Космическая хуйня. О, ебать! Это что такое? В космосе сейчас или что? Ну это совсем что-то жестко, нет? Прикиньте? Нормально такое, как бы под землей как бы находится, не? Типа, ну. Пиздец. А с чего это сделано все, я не понимаю. И почему они до сих пор здесь никого не встретили? Тут же должно быть логово, типа, этих. Охуеть. Подземный мир. Какой он огромный. Это что за ад? А может, типа, это реально олицетворение какого-то ада, блядь, не знаю. Что, блядь, происходит тут, я не понимаю. Мы перед судом. Аллах наказывает нас всех за совершенные ошибки. У меня никого нет, кроме Зейна. Я посвятил ему жизнь, когда жена ушла. Хотел дать все, чего не было у меня. Отец-одиночка. Это непросто. Да, но я очень горжусь своим мальчиком. Он едет в Лондон, в университет. Только б не воровал. Так, ну ладно, это позитивный разговорчик, конечно, это хорошо. Но выбраться-то шанс вообще имеется или что? Сейчас эти, может, догонят уже, не? Хотя не, они бы услышали эту... лифта. Твоя совесть чиста, Джейсон? Контрольный пункт, они вернутся. Зеленая зона. КП. Что за КП? Не, ну чё, он душу из, вылил, и этот пусть тоже. Мы с Ником. Там была толпа. Эту точку раньше уже атаковали смертники. Мне интересно... Хотя ладно. Просто... И женщина. Она несла сумку. Блять. Прикиньте, на самом деле имеет значение это. Женщина. И я... приказал ей остановиться. Все как надо. Но нет же. Она продолжила идти. И мне... пришлось решать.
Ник застрелил ее. Может, они типа сейчас... Бля, у меня столько мыслей, я просто не хочу перебивать. Что было в сумке? Продукты. Я не понимаю, почему она шла. Не услышала. У нее были наушники. Да. Это херня полная. Я здесь не ради погибших. Просто моя жизнь катилась под откос. Вот я сюда и записался. У всех свои причины, не обязательно глубокие. Глубокие? Когда рухнули башни, я был обдолбан в говно. Через неделю узнал, что произошло. Глубоко, правда? Я даже не знаю, что я тут делаю. Ты служишь своей стране. У нее была семья. Друзья. Вся, блядь, жизнь впереди. А мы отняли у нее все одним выстрелом. Джейсон делал вид же, что ему типа... Хуя? Типа относительно пофиг. А Ник больше уже страдал. А тут теперь Джейсон вылил душу. Я слышу твои мысли. Что-то произойдет. Да, вот что они ждут-то? Может, надо не ждать и самим что-то сделать. Что задумал? Мы пойдем внутрь и найдем способ, как убить их. Нахуй, если они такие герои решили, да? Эти твари залезли к нам в голову. Хотели убить нас. Но мы... Мы еще живы. Больше веры, Салим. Я не думаю, что все так просто. Солнце. Типа, ну, в этой игре нет такого, что ты узнаешь контрольную какую-то миссию и ее выполняешь. А это что еще за звук такой? Фишка морпех. О! Значит, я теперь тоже морпех? Давай не будем забегать вперед. Ладно. Эй, что бы там ни было. Ну, они нормально скорешились уже, блядь. Мы бьемся вместе. Смотри, причем сам Джейсон теперь, прикинь, это говорит. Так Салим говорил, а сейчас Джейсон излил ему душу и теперь сам говорит, что типа мы вместе. Блять. Ну типа не может этого быть. Ну, в этой игре, ну вообще в их играх все время. Ты думаешь, что у тебя одна цель? Витька там найти или еще что-то, а по итогу все закручивается совершенно иначе. 03-02. Блин, такое ощущение, кстати, что это еще даже, может быть, и в следующей серии не конец будет. Хотя, с другой стороны, может быть, как раз такие. Да, она конкретно длиннее это, чем другие части. Прям подлиннее будет. Бля, ну это пиздец. Вот это вот все находится просто под землей. Просто помните, где они как бы провалились, и вот это вот все как бы условно там плюс-минус под ними находится. Блядь. Тихо. Эта хуйня еще и фейерверками, блядь. Это что? А что это реально, блядь? Объяснений у меня лично нет, что это такое сейчас за фейерверк был. Я бы не уступал на это говно, блядь. Непонятное. Ой, блядь. А это он спит или это не живой? Вопрос хороший. Ну, вроде как. Бля, прикиньте, они все спят. Там на самом деле в каждом углу эта хуйня спрятана. Тут и жестко было бы. А те-то догоняют, интересно, или нет? Да просто, а кто это все отстроил? Как это, что это вообще? Как это возможно, я не понимаю. Что это за чудеса, блядь? Ну, зато Салим вот, мне вот нравится, да? Подобрал и носит с собой. Вот почему, блядь, в других играх такого, например, нет? Вот реально. Вот это практичный человек, понимаете? Все время вот эти вот штыри всякие, это все одноразовое орудие. Вот Салим воткнул, вытокнул, с собой забрал. Вот это я понимаю, да? Вот почему реально, да вот в других играх главные там герои все теряют, сразу ломают, блядь, или выкидывают просто, не подбирают, я не знаю. В общем, друзья, не знаю, есть у меня чисто в теории вариант, что может быть в следующей серии уже конец, потому что как бы уже может быть даже и пора. Но опять же, мы как минимум не встретились еще с остальными.
непонятно, что дальше. И самое интересное, развязочка-то какая-то же должна быть. Я почему-то допускаю мысли, что ее может не быть, но потом вспоминаю, что она всегда была, и как бы надо же узнать, что там в итоге, по итогу, как, что происходит-то вообще. Так что продолжаем проходить. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал Супервей. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.